Следующая остановка Покровская. Осторожно, двери закрываются. У тебя не мать там владелец. Ты не слышишь меня? У нее право установки 91-го. Она должна была... Покровская. Переводилась в электронную. Следующая остановка. Красный строитель. Она не подала эти данные. Понимаешь? И у них просто она фигурирует как бывший собственник. Что она говорит? Потому что если бы... Я тебе говорю, по мнению кадастра, но... Значит, у него были документы, которые он пошел с этими документами, переоформил на себя. Вот и все. Да. Просто так его никто на него бы не оформил. Значит, у него что-то было. Ну, скорее всего, это была вот эта выписка. Ну, на собственность. Что-то было, значит, да, у него, да. Просто так его бы никто бы не дал наследство. Ты не знаю, это надо задать Земельник. Следующая остановка Красный строитель. При выходе с платформы приложите карту тройка к терминалу для избежания ее блокировки. Осторожно, двери закрываются.
Красный строитель. При выходе с платформы приложите карту «Тройка» к терминалу для избежания ее блокировки. Следующая остановка – Битца. Следующая остановка – Битца. При выходе с платформы приложите карту «Тройка» к терминалу для избежания ее блокировки. Осторожно, двери закрываются. Битца. При выходе с платформы приложите карту «Тройка» к терминалу для избежания ее блокировки. Следующая остановка – Бутово. Следующая остановка – Бутово. Осторожно, двери закрываются. Thank you.
Кутова. Следующая остановка – Щербинка. Следующая остановка – Щербинка. При выходе с платформы приложите карту «Тройка» к терминалу для избежания ее блокировки. Осторожно, двери закрываются. Щербинка. При выходе с платформы приложите карту «Тройка» к терминалу для избежания ее блокировки. Следующая остановка – Астафьева. Следующая остановка – Астафьева. Осторожно, двери закрываются.
Астафьева. Следующая остановка – Силикатная.